Доброе утро. Сейчас второй день нашей поездки в Киото, и я нахожусь в отеле. Сейчас 7 утра, так что сегодня у нас будет еще один интересный день. Малыши. Чанси, хасибири. Пак, мада, мада, харо. Харо. Киоа. Привет. Привет. О, что ты не группе не надо. Не. Шигакуен Рикю ни кимашита. Первое место, которое мы посетим сегодня, это Шигакуен Рикю. Это императорская вилла, которая была построена для императора Гомизу Тенно. Это очень красивое место, тут столько зелени. И я просто не могу дождаться, пока мы дойдем до всех этих зданий, построек. Так что идемте со мной, я надеюсь, вам понравится. Эта вилла была построена для принятия гостей, провождения чайных церемоний и отдыха. Здания находятся на большом расстоянии друг от друга, поэтому, придя сюда, гости могут насладиться не только изысканной архитектурой, но и искусно продуманным садом. Особенность этой виллы – это то, как она сливается с природой. Трудно понять, что было создано человеком, а что здесь было с самого начала. Это огромное озеро было создано по заказу императора, используя воду из горных источников. Многие элементы японской архитектуры в японском языке описывают как «особи гокоро». Это слово записывается иероглифами «развлекаться» и «сердце». К примеру, этот пол. Такая укладка камни называется «хифуми иши», что дословно обозначает «один», «два», «три», «камень». Это и есть особи гокоро, внимание к таким маленьким деталям. Следующее место, которое я посетила, это Кацура Рикю, вилла Кацура. Главная особенность этой виллы – это большое количество тоби-иши. Вот такие вот дорожки из камня. Тоби-иши пишется иероглифами «летать» и «камень». Это место для отдыха. Здесь очень ярко выражено ваби-саби – видение красоты в простоте. Напротив этого места отдыха выращены очень необычные растения для того времени, чтобы удивить гостей. В этой вилле также много чайных комнат и мест для приема гостей. Но говорят, что главное, ради чего была построена эта вилла, это любование луной и ее отражением в озере.
今すめちゃんたちと交流して濃い抹茶アイスをこそちょっと近づけてみる、ね、すごいよこの色すごい。え、じゃあいただきます。可愛いね。何が濃い色めっちゃ美味しいんだけど。めっちゃ美味しい。あ、落ち着いて。なんか歯が緑になってた。いいよ。食べる？大丈夫よ、大丈夫よ。おいおいおいおいおい。いや、ずっと落ちさないでダメ。今何神社に来たの？少林院。少林院神社に来てライトアップを見に来ました。何？取れた。おお。本物だね。うん。すごい。待って。すごい。低い。ね、あ、コイいる。しかもあれだ、あのコイ、うん、あのコイ、あのコイだ。